Хорошо. И с чем я тебя поздравляю. А? Да, я 2 года пила эту продукцию, и анализы у меня были лучше и лучше, то есть уже гепатита С нет, но цирроз, он так и оставался, но анализы были лучше. И вот как только появился, я так с этим связываю, я стала, добавила наш фан-детокс, и появился липосомальные формулы. Я добавила куркумин, D3, и я пила по 4 штуки фан-детокса. За полгода, потом у меня перешло на полгода. И вот я была 4 сентября, октября, у доктора. И вот он мне сказал: ваша печень здорова. Что вы ели? Что вы пили? Нездорова, но во всяком случае цирроза нет, да? Ну, а цирроза здорова, да. То есть здесь малейшее повреждение, это всего лишь вторая. И вот тогда я задала ей вопрос и говорю: а что вы скажете насчет того, что вы сейчас видите? Она говорит: не знаю, это чудо. Я говорю: да, это чудо. А может ли это чудо пойти дальше, то есть чтобы стало нормальной печенью? Восстановилась. Она говорит: теперь не знаю, это только чудо. Но я теперь знаю, что есть чудо. Есть чудо. Чудо, коралловый клуб. Хорошо, смотри, конечно, когда такие результаты, и ты об этом рассказываешь, люди слышат, потому что они видят реально ситуацию. Ты похудела, избавилась от...